У Слов'янську встановили заправну станцію для електромобілів. На цей проєкт Глобальний екологічний фонд ООН виділив 6 тисяч доларів. За словами його представника Валентина Петренка, загалом планують побудувати 6 таких станцій. До кінця серпня власники електромобілів будуть заправлятися тут безкоштовно. Потім мережу заправок передадуть місцевій громаді. Они позволяют заряжать машину как в медленном, так называемом варианте, который более щадящий для батареи, который является самым главным и дорогим элементом в любом электромобиле. Поэтому к ней нужно относиться так же бережно, как к двигателю бензинового автомобиля, даже бережнее. А так и в быстром варианте можно заряжать для тех, кто торопится. Будет их побольше, будет удобство. Можно будет в любом конце города заряжаться, если не доехал домой. Хороший автомобиль, экономичный очень. Дешево на нем ездить, тихо. Никаких запахов в двигателе.